Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. На 69-м году жизни скончался певец Борис Моисеев. Тело артиста обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Он пришел проведать артиста в его квартиру на Краснопролетарской улице. Горох увидел Моисеева без сознания и вызвал скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. Причины трагедии устанавливаются. В конце апреля этого года арт-директор Бориса Моисеева рассказал в эфире передачи «Звезды» сошли с телеканала НТВ о состоянии певца. По его словам, на тот момент артист чувствовал себя нормально. «Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день», — сказал он, обратив внимание, что Моисеева было сложно уговорить обратиться к врачам. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.